новое разоблачение. В этот раз человек с ужином хейтеру как антинауроидит. Это моя проблема, чтобы играем в дуэль, и мы начинаем. Малолетка, поспорил, что напал на Уроидита и Хэнскую империю. Хэн 2024. Он топ. Хэй на какую-то бабочку мятежу. Потому что антинауроидиты дружат с клоунами. Но по имени бабочка мятежа и часы мятежи. Что является он клоуном в Чикенган, и мы поспорим мою работу. И что с того, бомбим на этого, я сделал ответку уже. Надо едь, чтоб офигеть, чтоб моим играть. Согласен. И чё мы делаем? Ответку и разоблачение. Чтобы узнать, что какой-то хейтер на уроде-то. И не солиданер. Срочно малолетка. Я поспорил эту малолетку. Чё, короче, мы знали. Что он хейтит того? Что он хейтер? Хейтер на уроде-то? Опять мы... Эй! Это человек. Это поспорил, что он хейтер. Еще. И как? Норм? И мы начнем. Что? Обзывал на уроде-то? Лучками тяжи дружить антинауроидита. Что он свинка военный? Там. Еще раз говорю, его матери. Военный. Из-за первого двоими получите похож. Торту. Фейк. Показал, что он хейтер. Ауроидита. А мы знали, что... Это поспорить из-за того, что играть на дуэли, короче, неудачно. Это поспорил. Это военный какашка. Это чё? Это Эль Примо. Друг, я учу Шель. А? Я учу Шель на 11. Хорошо. Хорош. Не знаю. Чтобы слабобат. Получил слабобат. Ты руба. Привет, пупсик.